Даня, мне туфли твои большие. Ну ты двигайся медленнее. Зато красивая. У меня было замечательное детство. Папа от нас, правда, ушел и воспитывал меня крестным. Моими лучшими друзьями были ребята из его боксерской секции. Что, тебя кто-то обидел, а? Кто? Он? Они ничего не понимали в музыке. На. Будешь кассет слушать. Где их найдут, из джаза? Так ты не с джазом, а что-нибудь другое. Вообще-то я мечтала стать певицей. Выйти замуж за Сережу. И уехать из этого города. Да, детство у меня было замечательное. Жаль, что придется его закончить. Ha 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 ha!